Привет, Ютубу, привет. Вот дошел ход разобрать новую посылочку. Анонс вы видели. Вот тут купил я немножечко грибочков и решил теперь чуть времени есть потестить это все. Естественно, снять небольшое видео, сказать свое мнение. Вот это грибочки у нас. Вот они, я покажу на сайте. Сейчас выключу подсветку, чтобы не получше. Это вот такая у нас фирмочка. Вот зеленые грибки. Вот такая вот дохлая крыса у них на логотипе. Так они в народе и зовутся. Вот я купил вот таких грибочков. Немножко. Вот они. Есть 12-миллиметровые, как раз вот они, 27,50 у них цена за десяток. Вот следующая позиция, вот такая 9-миллиметровая. Сейчас я попытаюсь их найти, где-то они тут должны быть. Так, 12-15. Я остальные не стал вот эти брать. 20 миллиметров, 25, 26. Вот эти удлиненные. Вот они, 9-миллиметровые. Тоже у них такая цена. Ну, это 2,75, грубо говоря, 3 доллара получается. Ну, где-то 200 рублей, 250 там с доставкой обходятся. Хотел еще вот таких грибков купить, их тоже хвалят. Но не стал заказывать, пока решил ограничиться. Следующая позиция у нас, две позиции тоже этой же фирмы, дохлой крысы. Вот такие вот длинные, узкие и широкие. Сейчас я их покажу. Значит, вот такие вот грибочки кризовые они характеризуются. Вот. У них цена 13,75, длина 51 миллиметр, ширина, по-моему, 10 миллиметров. Здесь длина 71. Ну вот она, следующая позиция. А, 70 миллиметров. Вот она. Это я прям показываю на сайте, откуда все это покупалось. Вот длина 70 миллиметров, ширина 8 миллиметров. Значит, цель покупки была, так сказать, для работы с проблемными вмятинами. Вот так оно все выглядит. Еще раз покажу. Это такие силовые грибки, усиленные. Я уже вот ими немножко пользовался. Поверхность у них такая довольно гладкая, вот блестящая. Как видно, не совсем идеально ровная, но я так понимаю, это не принципиально. Почему я взял такие наборы? Я не вижу смысла, допустим, покупать вот 50, 70, потом тут 51, 38 миллиметров, вот узкие, широкие, ну и так далее. Какой смысл? Можно просто-напросто взять, допустим, тот же набор из 5 штук. Вот у них длина 51 миллиметр. Взять, допустим, 3 грибка и сделать то же самое там. 30 миллиметров, 40 и 50 там, ну, к примеру. И вполне себе ничего будет. А так, если брать, они продаются по 5 штук. Ну, вот поэтому я и решил таким образом взять. Сейчас, как всегда, надо подготовить и сами грибочки, и поверхность, на которой будет это все тестироваться. Скажу больше, забегая чуть вперед, я уже этими грибочками работал. Вот. Тянут они просто превосходно, на мой взгляд. Я, так сказать, уже поработал. Тянут ребра жесткости. Пришлось мне тут на Volkswagen Polo, была заломленная дверь. И очень хорошо и быстро, легко справился с заломами ребер. Повытаскивал. Сейчас я покажу, где это было.
Вот эта дверь под покраску. Вот это ребро здесь было заломлено. Как мы знаем, ребра это Volkswagen Polo. На поликах ребра острые. Тут было стесано. Еще одна вот она дверь. Такая же. Вот в этом месте то же самое. Вот в этом месте. Очень острое ребро, был залом прям туда. Выдернулось на ура. Я потом постараюсь видео подмонтировать. Просто обращаю внимание на то, что вот что было. Пока что это деталюшки вот подготавливаются под покраску. Вот. И прекрасно все это решается. Вот. Особо тут и шпаклевать не приходилось. Но там, где вот краска была, конечно, снесена, приходилось подгрунтовывать. Вот, как видим, брал спичечку, даже закапывал. Вот, очень это хорошее дело, когда есть чем работать. Чуть отвлекся от темы, просто решил объяснить, что и как было. Вот сейчас я эти грибочки обезжирю бензинчиком, вот этим, как обычно я делаю. Подготовлю поверхность, вот эту слегка ее надо будет полирнуть, вот чуть-чуть промыть спиртиком. Вот, и попробуем снять то, как эти грибочки тянут. Да, еще один момент. Значит, в принципе, в гараже 18, там 19 градусов. Клей, которым я пользуюсь, в данном случае Матрикс. Это Китай. Вот, в принципе, меня этот клей устраивает. Вот. Он тут различных цветов есть, но видео эти были, не будем отвлекаться. Сейчас подготавливаем поверхности как грибков испытуемых, так и поверхности, на которой это будет все делать. Наши испытуемые образцы.
Я по паре штук взял для наглядности. Такая мерная баночка малярская. Заливаем бензинчиком, чтобы они у нас там чуть-чуть помариновались. Ну вот так вот, я думаю, будет нормально. И я так оставляю минут на 15, чтобы они там немножко пришли в чувство. Вот, обезжирились. Почему? Потому что при транспортировке, упаковке могут попасть какие-то масла, там жидкости, как сейчас принято называть, силиконы. Вот, чтобы этого избежать, я всегда новые грибочки таким образом подготавливаю. Ну или в процессе работы, когда они тоже там загрязняются, это бывает. Вот, периодически это у нас маринуются. Займемся подготовкой поверхности. Пользуюсь я вот такой старой мензерной. Вот, это среднеабразивная паста. Где-то, по-моему, P400 она. Немножечко наносим на поверхность. Я уже ее протер. Она такая чуть загустела. Ну, я думаю, столько будет, хватит. Вот. И сейчас немножко полирнул. Берем волшебную тряпку. Все это стираем, остатки полироли отработанной. Делать это надо всегда. Очищать поверхность. Почему? Потому что на автомойках применяют всякую химию. И атмосфера у нас не очень экологически чистая. Выпадают всяческие осадки. Вот, поэтому надо заботиться о том, чтобы поверхность была чистая. Эту операцию я сделал. Вот, гладенько все. Вот, слышим мы рукой трешка, да. Хоть она и вымыта, и все блестит. Но вот этот звук слышно и здесь. Вот, все мягенько стало. Ну, я не без фанатизма. Следующим номером нашей программы берем чуть, наливаем спиртика. Без него никуда. Вот они, специальные тряпочки у меня есть. И протираем. Чтобы было все сухо, чисто и без ненужных нам моментов. Вот так вот, все чистенько, красиво. Вот, тем временем грибки уже тоже, как говорится, подошли. Сейчас протираем их чистой тряпочкой и в бой. Вот, температура клея у нас будет, сейчас наведу резкость, чтобы было видно. Вот, чуть больше 130 градусов. Вот. По времени выдержки я буду смотреть, примерно скажу сколько. И буду стараться сразу на отрыв делать. В обычной жизни, так сказать, в работе это не всегда надо. Вот. Как не дотягивать, так и перетягивать не надо. Но в данном случае посмотрим, что они у нас выдернут. Вот 17,2 на детали показывает. У нас 17,1, 17,2. Но немножко маловато. Ну, пойдет. В экстремальных немножко условиях. Желательно, конечно, температурку градусов, чтобы 20 было. Но если работает, то оно будет и при такой температуре. Прежде чем приступать к поклеечке грибков, еще раз повторюсь, что это вот такая фирма с таким смешным логотипом. Вот. Такие грибочки. Будем пробовать. Тут они в наборе. Я их покупал в разнобой. Вот. Ну, частично у меня есть они. Круглых вот таких больших нету. А вот такие широкие и узкие. Вот. Сейчас мы их попробуем в работе.